Есть новости. Валера с Ириной расстались. Значит, у Ирки было день рождения. У нее было день рождения. Она уехала с поляны. Он, кстати, ко мне приехал в день ее рождения. Я его спросила, что ты не на днюхе, почему ты сюда приехал? Оказывается, она его бросила на день рождения. Вот, и уехала. Уехала, и 4 дня ее не было на поляне. Вот, ее все искали, она не отвечала на звонки, не брала трубки. А в итоге через 4 дня вернулась на поляну и сказала, что больше не намерена встречаться с Валерой. А Валере было очень грустно, он вчера приезжал к ребенку. Сказать, ушла, я отпросилась на выходной. А там как получится. У меня какая-то депрессия, мне грустно, скучно, много разных мыслей.